Тут было много осколков от бутылок. 5 мешков мусора ученик 8 класса первого интерната Сергей Мастеров собрал на поляне возле храма во имя сошествия Святого Духа. Беспорядок в лесном массиве молодой человек обнаружил по пути из школы. По словам Сергея, раньше здесь было чисто. Но недавно кто-то притащил на поляну бревно, на котором теперь собираются шумные компании и оставляют после себя мусор. Мне стало обидно к некоторым горожанам нам, что отдыхают и не убирают за собой. Убрать мусор, потому что никто не будет ходить сюда и убирать. Я решил пойти сюда, взял коляску и привез сюда. И собрал вот эти 5 пакетов и повез на мусорку привокзальную около гаражей. Сергей Мастеров вошел в Лигу чистоменов Нижегородской области. Но причин для гордости молодой человек не видит. Говорит, что уважающий и любящий свой город человек не должен мусорить. И если на пути попадаются фантики от конфет, пластиковые бутылки или пустые пакеты, их нужно поднять и выбросить в мусорку. Я за чистую экологию тоже. Ну, чтобы вот этих случаев не повторялись, следить за собой и убирать свой мусор. В планах у Сергея завершить уборку поляны, разрубить бревно и написать объявление «Мы за чистый город». Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.